Не знаю, будут сливки шоу в этом году проводить конкурс «Стока за снеговика». Мы, конечно, безо всякой претензии на выигрыш, потому что у нас во Франции очень мало снега, практически нет. Вот сегодня выпал, уже тает, все капает. Филюша у нас прямо на террасе сделал снеговичка. Ага, нос у него уже отвалился. Ну ничего, придется его починить. Так, нос я починила. Наверное, не так, как было в оригинале, но как есть. У нас вообще-то не очень холодно. Видите, я босиком тут по снегу хожу. Вот мои следы. Ладно, но все-таки долго оставаться не могу. Поэтому вот такой снеговичок. Полюбуйтесь, заходите на канал Селяви «Жизнь во Франции». Расскажу, едят ли французы лягушек и многое другое. Так что до скорых встреч!